Всем привет, ребят, с вами как всегда Влад, и вы на моем канале. Это полный видеоролик по рыбалу. Да, это будет полнометражка, а не шорс, как всегда. Я буду выполнять ваше задание. Первое задание — это 50 уровень на Gold Time. Это для меня довольно легко, потому что я натренированный. Точнее, я нашел себе тактику. Надо его пройти на ГТ. Дядьку Петровича, ну, надо это пройти на ГТ. Лазеры меня могут задержать. Так. Ну тут можно теперь просто вот так попрыгать. А нет, теперь уже надо не прыгать просто. То теперь нужно вот так вот хардкорить. Да блин, лазер, когда вы уйдете? Кстати, да, его почему-то ослабили, хотя мне было и так, в принципе, норм. Более-менее. Нет. Ух. У меня одно хп снялось. Время улучшено. Так, стоп, у меня всегда был Gold Time. Следующий у нас пятый босс на Gold Time. 75 уровень. Это уже финальный босс. Да. Его пройти, смотря как ты натренирован. Играешь впервые, проходи 600 лет. Играешь, я, как я, примерно лет 4-6, примерно. Проходишь с первого раза. Пробегаем. Босс грохнут. Теперь самая сложная часть. О! Теперь этот... Ред Балиха прыгает? И не знал. Не знал, что... Я, конечно, понимаю, что игру обновили. Но не понимал, что вот так. Ух! Успел. Опять 15-й левел. Это ж первый босс. Верно? Верно. Поэтому первого босса он, в принципе, как-то натренирован. Если ты играешь первый раз, пройдешь. Если играешь примерно так же, как я, 4-6 лет вообще для тебя изи. Так. Квадрат. Минус. И этот квадрат минус. Сейчас должно быть вроде как два быка. Вот эти два быка. Мы проходим без Gold Time. Это уже все поняли. Да, у меня 15 уровень. Да, не на Gold Time. Ай! Больно! Ты мне кучу хп снес из-за моей неаккуратности. На. 62-й. Не обязательно на все звездочки, поэтому я, как пожалуй, не буду собирать звездочки. Никто ж не будет против. Thank you.
Ладно, я знаю, что многие хотят этого. Поэтому возьмем эту звездочку. И ту. Как раз таки ролик длиннее будет. Не будет претензий. Так. Квадрат. Он просто слишком уворотливый. Примерно как я, когда играю на физре в выпивалы. Точнее, не выбивалы, а два капитана. Подземелье, потому что у нас 34 уровень. Да, тот самый уровень, который у меня редко получается пройти с первого раза. Ладно, попробуем. В этом видео сделать себе одно хп невозможно, поэтому я пройду без урона. Если вы хотите как можно больше полнометражек по рыбалу, то напишите об этом в комментах. Ну, задание тоже пишите. Разрешаю. Всем пока!